Для стрельбы крупнокалиберных систем нужны немалые просторы. А Бус-Лесновский полигон – вполне подходящее место. Сегодня здесь работают самоходные установки 2С3 «Акация». Эту машину называют «рабочей лошадкой», прежде всего за ее надежность. Система участвует практически во всех учениях сухопутных войск белорусской армии. Экипаж машины, кроме механика-водителя, находится в башне, в так называемой корзине. С правого борта есть люк заряжающего. Сейчас его место я и займу. Под броней САУ V-образный 12-цилиндровый дизельный двигатель мощностью 520 лошадиных сил. Но этого вполне достаточно, чтобы машина весом в 27 тонн вела себя довольно резво. При необходимости самоходка может ехать даже на керосине, что только увеличивает ее мощность. В салоне этой боевой машины довольно-таки просторно. Здесь размещаются три человека, наводчик, за ним командир, справа заряжающий. Он комплектует заряд в зависимости от дальности стрельбы. В машине можно стоять в полный рост, это удобно в первую очередь заряжающему, который вручную подает боеприпасы. Один заряд весит около 20, а снаряд порядка 40 килограммов. Всего в боекомплекте 46 снарядов – осколочно-фугасные, бронебойные, осветительные и высокоточные. Сейчас стреляем прямой наводкой, дальность до цели 1000 метров. Выстрел! Есть попадание! Точно в цель! Сергей Чураков, Иван Михайлов, Валерий Шульга, телекомпания ВНТВ, специально для программы «Наше утро».